Одессита, мы стоим у последней черты. Но нога еще не занесена. Прежде чем это сделать, давайте остановимся и подумаем. Давайте послушаем в себе ребенка, отца, мать. Это то правдивое, что у нас есть, что никогда не врет, никогда нас не обманывает. Давайте послушаем свою душу. Если разжигается война, это кому-нибудь нужно. Давайте вспомним моменты, когда мы были счастливы, когда у нас все было хорошо. Разве нас интересовало, на каком языке говорит наш сосед, какой национальности? Как только нам становится плохо, мы обращаемся к правительству и говорим: «А что, почему так?» Оно незаметно наше внимание уводит в стороны и говорит: «А посмотрите, вот он вообще, он другой, это он во всем виноват. Посмотрите, вот он живет лучше». И мы перестаем думать. Страх за наше собственное будущее трансформируется в ненависть к другому, к не такому, как мы. Это неправильно. Мы одесситы, мыслящая нация. Мы всегда работали во благо себя и во благо своей родины. Давайте остановимся, давайте подумаем. Нами манипулируют. Мы не должны это позволить собой делать. Одумайтесь.